Всем привет! Казахстанская актриса Сама Еслямова, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцового «Айка», получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Закрытие 71-го кинофестиваля в Каннах на Лазурном берегу во Франции прошло вечером 19 мая. На церемонии закрытия и были объявлены победители основного конкурса. Сама Еслямова, уроженка северо-казахстанской области, город Петропавловск, выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, живет в Москве. Фильм «Айка» второй в ее творчестве. Ранее она снялась в фильме Сергея Дворцового «Тюльпан», завоевавшем несколько призов на международном кинофестивале, в том числе на том же Каннском в 2008 году. Фильм «Айка» рассказывает о молодой мигранте из Кыргызстана по имени Айка. Она нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности оставляет ребенка в роддоме. Но со временем материнские чувства берут вверх, и Айка начинает поиски брошенного сына. Фильм «Айка» – копродукция четырех стран, среди которых и Казахстан. И хотя Сергея Дворцевого в СМИ позиционируют как российского режиссера, кинокартина «Айка» в Каннах была представлена как казахстанский фильм. Сам Сергей Дворцевой является уроженцем казахстанского города Шымкент и много лет прожил в Казахстане до переезда в 90-е годы в Москву. На фестивале «Айку» показали в предпоследний день 18 мая на пресс-конференции. После показа фильма Сергей Дворцевой сказал о сложности роли Сама Еслямовой. Она ежесекундно должна была играть страдания. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока! Здесь только все настоящее. Все это настоящее. И поэтому это очень сложно. И для нас снимать это было, ловить все. И для актрисы главное играть. Потому что все это по-настоящему. И ей надо было мучиться по-настоящему, страдать по-настоящему. Это фильм, где каждая секунда ее существования на экране – это страдание просто. И актриса должна была в этом находиться. Вы сразу подумали, что это сама, как только замысел у вас появился? Или вы перебирали? Актриса сама? Да. Да, сразу. Ну, я же ее знал по «Тюльпану» еще. Я понимаю, да. И я знал ее возможности. Это не каждая актриса сможет, совершенно не каждая. Потому что она, актриса, как раз не иллюстративная. Она вообще не любит иллюстрировать. Она умеет, как бы, да, но не любит очень. Она любит это вживаться и по-настоящему переживать. И она это умеет делать абсолютно органично. У нее как-то очень интуиция, она такая интуитивная актриса очень.